Осень – пора свадеб, в том числе и золотых. 50-летие совместной жизни готовится отметить супружеская чета Тынянкиных. А пока в числе других саратовцев солидного возраста они принимали поздравления с Днем пожилого человека. Полина Федюк рассказывает. Стремительно пролетели и годы совместной жизни супругов в Тынянкиных. Через несколько дней они отметят золотую свадьбу. Познакомились юбиляры полвека назад, и детали первой встречи помнят досконально. Надежда Федоровна в те годы работала проводником в поезде, а пассажир Федор Федорович возвращался из Волгограда. Надежда, я сразу заинтересовался, конечно. Вот. Но у нас было пятиминутные, как говорится, встречи такие, 5-70. Минутные встречи. Почему? Потому что поезд уходил, я домой приезжал. 7 вот, например. Стоял на этом, на станции. На вот все минуты мы могли встречаться и все. Поздравляю вас от лица депутатов областной думы, от лица, ну, такой средней части населения. Депутат Андрей Росошанский юбиляров пожилыми людьми не называет. И праздник «День пожилого человека» предлагает переименовать в «День старшего» или «Мудрого человека». Я хотел бы поблагодарить вас за ваш труд. Безусловно, Волжский район, представитель Волжского района, для нас, конечно, лицо города Саратова. Вы создали Волжский район, вы сделали его таким красивым, который он сегодня есть. Заслуги у юбиляров перед всей страной. Супруги Поляковы вместе уже 58 лет. Николай Поляков 25 лет отдал службе в армии, а его жена всю жизнь проработала учителем физики. Своей мудростью и жизненным опытом они охотно делятся с молодежью. А я улыбаюсь. А он имеет такой характер, что он всегда улыбается. Я могу рассердиться, а он нет. Ну и у меня тоже все проходит. В какой-то мере каждый должен наступать друг другу. Золотым молодоженам в этот день желают самого главного – здоровья и долголетия. А все присутствующие надеются погулять на их бриллиантовой свадьбе. Полина Федюк, Евгений Крылов, Ярослав Квитко. Вести, Саратов.